Привет, ребят! Я вас хочу пригласить 11 июля на марафон «Возможности меня». Что это за марафон? Это как раз для вас такой марафон, у кого нет возможности по каким-либо причинам приехать, у кого нет средств, у кого нет возможности выехать в Россию, то этот марафон, конечно же, будет для вас. Он будет обязательно в записи, чтобы вы, если не успеете на прямой эфир, то вы можете приехать домой, посмотреть в удобное для вас время в записи. На этом марафоне мы не только раскроем ваш потенциал, не только посмотрим, что вам мешает жить той жизнью, которой вы хотите, но мы еще посмотрим, почему у вас та жизнь, в которой вы живете, что вы себе не позволяете и почему вам это выгодно. Мы откроем самые тонкие частички ваших граней, чтобы вы посмотрели на себя не только со стороны, но и заглянули внутрь себя и изнутри увидели то, что происходит. На этом марафоне мы с вами проработаем денежные каналы. Потому что материальная часть, это, конечно же, очень важна в нашем мире. И если мы ее отрицаем, то тоже задумайтесь, почему вы это отрицаете. Почему вы говорите, что вам это не надо? Почему вы думаете, что вы этого недостойны? Мы поговорим о том, что такое полюбить себя. Зачем это? Что это за слова, которые непонятны? Мы расскажем, каждый расскажет друг другу, что это такое. Каждый даст обратную связь. Каждый раскроет те моменты, о которых даже не подозревал. У нас есть очень много скрытого, того, что мы не видим, очень много завуалировано. У нас есть обиды, которые мы даже не предполагаем, что это обиды. У нас есть те моменты, которые тянутся даже не с этих жизней. Давайте будем по-честному. У нас есть паттерн поведения, который мы приобрели, даже не за одну нашу жизнь, глядя на наших родственников, глядя на наших близких и любимых. И все эти моменты мы откроем, мы придем к самому себе, к истинному самому себе, через истину, через честность перед самим собой. После этого марафона вы уже никогда не будете прежним. Вы откроете себя не только как новую личность, но и откроете себя на более глубинном, на клеточном уровне. А что такое открытие на клеточном уровне, это я вам расскажу на марафоне. Я вас жду, присоединяйтесь.